Знакомьтесь, это Куралай. Она Сайга. Куралай любит гулять по степям, есть траву и не находиться на грани вымирания. Но почва все сильнее заражается вредными веществами, а в воздух попадают продукты сгорания отходов, что очень расстраивает Куралай. К счастью, сотрудники Евразийской группы думают о сохранности окружающей среды и поддерживают идеи зеленого офиса. Отходы функционирования офисов наносят сильный вред природе. И для того, чтобы этого избежать и сделать жизнь Куралай и ее друзей лучше, просим вас соблюдать несколько простых правил бережливого офиса. Всегда выключайте свет и электроприборы, когда уходите из офиса. Не оставляйте зарядные устройства в розетках. Отключайте сетевые фильтры. Всю отработанную бумагу размельчайте в шредере и отдавайте на переработку. Используйте двустороннюю печать или черновики. Наладьте раздельный сбор мусора. Не выбрасывайте батарейки в мусорное ведро. Один элемент питания загрязняет тяжелыми металлами 20 квадратных метров земли и до 400 литров воды. На каждом этаже установлены специальные контейнеры. Не используйте бытовую химию, содержащую хлор и хлорорганические соединения, а также фосфаты и фосфонаты. Откажитесь от одноразовой посуды. При сжигании пластика в атмосферу выбрасываются токсичные вещества. Экономьте воду. Большие изменения начинаются с маленьких. Вместе мы сможем сделать жизнь Куралай и ее собратьев лучше, а наш офис зеленым.